Бля, давайте, ребят, вспомним про игрушки детства, а? Давайте вспомним про игрушки детства. Ебать, чат. Игрушки детства. Мы сравнение уже не смотрим, но здесь просто как-то игрушки детства. Я хотел поностальгировать немного с вами. Немножко, а? 3 минуты. Мячик, блядь. Помню времена, когда покупал чувак новый мячик и не использовал его, а просто клал рядом. Потому что было жалко его портить. На самом деле все эти мячи были говно и быстро трескались, потому что были дешевыми подделками, блядь. Пластилин, да, помню. Когда-то, блядь, реально играли с пластилином. Карты. Играл сам с собой, придумывая карточные игры. Охуенно, кстати, было. Hot Wheels, но это для буржуев. Но и, у меня было пару машинок от чего-то. А, в Happy Meal в Макдональдсе был с Hot Wheels, и у меня были их машинки пару штук. Барби. Играл в Барби с девочками на даче. Было ебать как интересно и охуенно. Серьезно. Гораздо интереснее, чем играть в блядские машинки. Экшн-мены. А, не помню нихуя. Кстати. Лего. Ну, у меня была подделка на Лего. Подделка у меня была. Да и ее даже было мало. Но Лего охуенное. Йо-йо тоже было, но особо не играл. Кубик Рубик, кстати, я никогда не нравился, было похуй на него. Но велосипед я вообще гонял круглыми сутками на нем. У меня был велосипед Кама, велосипед Аист, а первый скоростной классный велосипед мне купили пиздец через сколько времени. Я на даче катался с ребятами, у всех были скоростные охуенные велосипеды, и они меня реально чмырили из-за этого. Это не шутка, прям реально стебались. А у меня была очень бедная семья, и я не мог ничего. И я ездил на красном старом велосипеде Кама. Вот, и в общем-то, вот и было нормально. А потом мне купили велосипед. Lexus, кстати, назывался. Слинки помню тоже. Бейблейды вообще, это уже было позже, наверное. Монополия, играл сам с собой, тоже было охуенно. Плеймобил, вообще не ебу. Супер Сокер, не знаю, что вообще такое. Ну, вернее, пистолет какой-то водяной, блядь, или что-то, ну. Тамагочи, блядь, я плакал, когда в Тамагочи у меня умер. Короче, я заставлял маму даже просыпаться и кормить его. И один раз мама этого не сделала, и Тамагочи умер у меня, и я плакал. А оказывается, его можно было перезагрузить сзади. И тогда ценность, на самом деле, мгновенно упала у этой игрушки. Я начал его даже перезагружать просто так. Или когда мне что-то не... Короче... Пока я не знал, что его можно перезагружать, было лучше. Фрисби, ну, в нее там, я пару раз ее кидал, но... Карты покемонов, ну, это для буржуев, для этих, для богатых людей. PlayStation 2 была у меня, кстати, очень поздно появилась, нихуя игр, правда, на нее не было, потому что было дорого. Скутеры, да, самокаты, помню. Юги, мимо прошел, геймбой тоже. На роликах до сих пор не умею кататься, кстати. PlayStation 4, ну, это уже сейчас, блядь. Браслетики, что-то помню, Scrabble, не играл. Nintendo Wii у меня есть, ну, блядь, это я уже когда взрослый, ёб твою мать, был. Трансформер был у моего соседа. Твистер, не играл, кстати. Операции, тоже не играл. Хотя, кстати говоря, игра очень крутая, мне кажется. Ну, прикольная, доставательная. Ну, короче, клевая. Со стороны, по крайней мере. Игрушки Звездных войн тоже для богатых. Викторина не ебу. Xbox One покупать не стал по понятным причинам. Куклы Братс, блядь. Ясен хуй не играл. Кроссовки, чё, блядь? А, это кроссовки с роликовым... А, это кроссовки... Разбей нахуй себе ебало, блядь. Нет. Топ Трампс, не знаю что, машинки на радиоуправлении, опять же, для богатых, но машинки на радиоуправлении это очень клевая штука. Я бы и сейчас покатал какую-нибудь охуенную. Ну так, разочек буквально. Карты против человечества играл, кстати, но уже будучи взрослым. Ферби, блять, я помню Ферби, когда их рекламировали везде, это пиздец.
Это пиздец. Я помню, как их жестко рекламировали, как все хотели этих Ферби. Это пипец. Смурфики в киндер-сюрпризе попадались мне. Cabbage Patch Kids, блядь, чего? Это вообще пиздец. Что это за уебище? Что это за уебище, блядь? Это что? Это кто вообще себе просил купить? Это кому, блядь, нужно было? Кому нужно? Кому это, блядь, нужно? Это живым-то нахуй никому не нужно, а это мертвым-то уж подавно. Космические прыгуны. Палочки Пога. Не было. My Little Pony. Это к Юрию Хованскому уже. Care Bears, блядь. Тоже. Мяч Куш был. Собирал все волосы, блядь, и пыль, которую только можно было. Могучие рейнджеры. Охуенный был сериал и была просто опиздохуительная игра Могучие рейнджеры, по-моему, на Сегу. Блять, либо на Сегу, либо на первую PlayStation. И либо на... Короче, какая-то была просто реально охуенная. Там прям надо было роботами даже сражаться. Ты доходил до конца уровня, и в конце уровня ты ебашился прямо в этом гигантском роботе. Короче, блять, охуенная. Она была прям реально классная. Ручные скейты. О, помню, был... Кстати, прикольная штука. Если умеешь хорошо катать на пальцах и делать финты, реально прикольная штука. На Nintendo? Диабло. Для жонглирования. И робот. Ну, блядь, не знаю, кто в робота играл. Один из 200. Но только не в России, блядь. В России один из 140 миллионов.